Всем привет! Мы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня мы открываем второй из моих новогодних подарков. Это гигантский замок Селести. В замке Селести, который еще называется Контрлот, есть 40 аксессуаров. Одна пони, один дракончик Спайк. И сам наш замок. Давайте посмотрим, что у нас на коробке. На коробке написано Cutie Mark Magic, коллекция, из которой это замок. Ну, еще на копытце у пони показано сердечко, с помощью которого мы можем играть в приложение My Little Pony. Давайте открывать и строить наш замок. Так, откроем наш замок. Как тут много вещей. Сейчас мы все распакуем. Ой, тут еще специально много всего интересного. Давайте все откроем, посмотрим. Вот у нас пони с ее расчесочкой, спайком и умывальным столиком. Давайте к ним вернемся попозже. Сначала соберем замок наш. Это украшение для замка и еда для пони. Так, достанем сначала все вещи. Все, которые нам понадобятся при стройке нашего красивого замка. Наши детали для замка. Быстро все распакуем. Наш лесенка. Положим отдельно. Тут очень много деталей. Очень-очень. И надо их все постараться распаковать. Да. Разбираем. Мы пока их распакуем. Держи. Все вещи наши. Это шторки. Такие для замка шторы. Украшения. И заборчики. Чтобы никакая пони, никто не упал с этажа. Верхние этажи. Специальные колонны, которые держат этажи. И наше, как вроде по схеме было сказано, основание, с которого мы начинаем строить наш замок. Вот тут тоже всякие вот аксессуары, стеклышки, нужные нам для нашего прекраснейшего замка. Конечно же, к этому набору даются такие аксессуары, 40, как я говорила. И дается вот такая вот схема, как мы будем строить наш прекраснейший замок. Тут все просто-напросто. Надо просто определиться, где что. Давайте начнем. Первое нам говорит инструкция, что понадобится вот эта часть. Вот эта красивая основание, эта часть. А это основание, да, нашего замка. Надо поставить вот такую деталь. Сейчас мы ее найдем. Сейчас мы эту деталь нашу красивую найдем. Секундочка. И наша деталь это... Сейчас мы найдем. Так. Сейчас детали наши все поищем. Их тут очень-очень много. И вроде бы эта деталь, если я не ошибаюсь. Да, вот они тут скреплены вместе. Так что... Нечего ломаться, сейчас мы все разрежем. Не спеши, я потом подмышку уберу. Быстро. А давай сделаем два видео, на одном будет это. Как мы открываем, а сейчас
А на втором уже построенный будет. Как? Нет. Тут еще не сказал. А что, уже мест не хватает? Нет, я говорю. И вроде бы нам нужна, да, вот эта деталь. Сейчас мы прикрепим точно по схеме. Ой, не тут. Вот так как-то тут крепление какое-то надо должно быть. Ну да, в принципе, так как-то. Что-то как-то не очень. Мне сюда надо. Сюда? А, надо я неправильно вставлять просто. Да, вот так вот. Вставляем. Угу. Так, просто тут все детали как-то показаны. А, да, вот так хорошо держится. Сейчас мы будем делать дверцы золотые, такие как золотые дверцы. Сейчас мы их откроем. Сейчас. Тут очень много деталей. Аж потеряться можно их. А вот и наши дверки. Судя по инструкции... Ага. Дверки должны располагаться вот так вот. Да, вот так. Сейчас мы их поставим. Ой, аккуратно поставим. Так, вот сейчас. Надо сверху надо было начинать. Так. Вот так вот. Ой. Не забыла человека. Ой. Как-то они у нас крепятся не очень. Ладно, сейчас другой. Попробуем, может, это получше будет. Или вот, может быть, мы неправильно сделали с вами. О, да, мы неправильно просто сделали. Неправильно стороной вставили. Угу. Неправильно. Или я до сих пор неправильно сделала. Я неправильно сделала. Да? Да. Сейчас я это... Мы неправильно сделали, потому что зеркала должны быть вот так вот. Только они так не получаются. А, вот так надо. Нет, дочь, так неудобно снимать. А это да, получится. Не надо, давай.